Куда их катать-то? Ученье свет. А за свет надо платить. Илья Олейников, Юрий Стоянов. Илья, давай быстрее шей, а? Да я не могу быстрее. Я вообще жить не умею. А что ты умеешь? Вот если бы не было телевидения, ну так просто, не было бы. Ну и что бы было? Тебе 50 лет, ты бы с голоду помер. Не помер бы. Учиться никогда не поздно. На что бы ты выучился? Ну не знаю, я когда маленький был, я на скрипке играл. Представляешь, что ты играешь? А человек тебя слушает, плачет. Почему? Ну, потому что я его за душу беру. А я милиционером бы хотел стать. Представляешь, человек тебя слушает, слушает и плачет. Почему? Потому что я ему руку выкручиваю кривую. Беда. Чего руки не сделал? Я вчера на тренировке руку вывихнул. Руку вывихнул? Садись, два. Фомина. Ну, а у тебя что произошло? А у нас вчера кросс тяжелый был. Потом уроки не сделал? Да. Садись, два Фомина. Сидоров. Сидоров! Куда сюда? Ну, что опять случилось? Ну, что случилось, я тебя спрашиваю? Ну, у меня вчера... Братан, боксер, из тюрьмы вернулся. От имени Сидоров своим братом боксером не пугай, а понял? Я не пугаю. Я тебе говорю, не пугай меня своим братом боксером! Не испугай его, понял? Сиди! Сиди! Объявили набор на курсы экстрасенсов. Может, пойдем учиться никогда не поздно. Что, ты веришь в это? Верю, верю, потому что мне один экстрасенс сказал, что человек каждый проживает несколько жизней. Вот я теперь понимаю, почему мы с тобой так дружим. Почему? Потому что в прошлой жизни ты был кошкой, а я собакой. А ты уверен, что был собакой? Конечно, уверен. У меня дома даже родословные есть. Угу. Вот я решил выучить английский язык. Я уже половину выучил. Сейчас же без английского языка все, никуда. Все, никуда. Это по методу Илоны Давыдовой на магнитофоне. Ну скажи что-нибудь. Пожалуйста. My name is Yuri. My surname is Stoyanov. У тебя же магнитофон был не на той скорости включен. Да. Конечно. Ага. Вот я вот ходил к одной училке. Я за месяц работал на вот такой магнитофончик. Как? Как? Так, а она мне платила, чтобы я к ней не приходил. А-а-а. Ну что, опять опоздали? На 40 минут. Не, ну как это можно опоздать на 40 минут? На 40! Ну что скажете? А вы же сами говорили! Что? Что мы говорили? Что-что? Что учиться никогда не поздно? Знаю точно, кем я могу работать. Кем? Дворником. Учиться не надо, раз. А работа не пыльная, два. Ну как не пыльная? Ты же вот метешь. Пыль-то поднимается. Да. Но это если подметать. Ну да. Причем она должна быть работа не только не пыльная, но также еще творческая и интеллектуальная. Интересно, это какая? Ну, например, дворником в картинной галерее. Там с танцами, с песнями. Нет. Не забудет никто никогда школьные годы. Школьные годы не забудет никто. Ну что? Здравствуйте, мои дорогие. Здравствуйте, Илья Львович. Садитесь, детки. Учиться надо не на курсах, у классиков. Замечательные люди прожили замечательную жизнь.
Как вот у классика? Человек, это звучит гордо. Ну-ка, еще разок послушаю, как звучит. Человек, это звучит гордо. Урчит, но не гордо. Да. Что ты так вяло грядешь как-то? Устал потому что. Ой, а я как устал. Ты-то чего? Ты чего? Такую передачу бабахаешь.